Вы начали уже, да? Отлично. Так, сейчас мы будем следить за ними. А это что здесь? Так. Где-то я сейчас немножко я тут всякие фигни делаю. Нет, не в прямом эфире. Да, если можно, вот там вот размяться. Да, просто они борются, я их снимаю. Так, теперь вот этих надо снять. А я что, не взял разные? Денис, вольная борьба, знаешь, о чем говорит? Она говорит о том, что если я тебя бросил, я его бросил, он отвечает, я отвечаю, он отвечает. У них каждый бросок, переворот в партере считается, поэтому ты когда бросаешь, все, расслабляться. Ни в коем случае, то есть ты бросаешь, и ты дальше переворачиваешь. Ты что-то делаешь, он еще дальше делает. Ну что у них считается и так, и так. А то у меня так один раз палец вылетел. Да, но с колен, конечно, было бы больше этот Андрюх. Так. Этот, Саня, перейдите сюда. А Денис, перейдите туда. Уйдите подальше. Сейчас, Мишенька, я. Так. Это что, вы по 30 бросков до сих пор делаете, Саня? Кушали сегодня? Вас накормить? У меня пол батона есть еще. Я в шоке с вас. Так, все. И поставлю сейчас еще одну вещь. Бороться пора. Блин, бросает и бросает. Да, что ты сделал? Сейчас я посмотрю.
Что держать? Ты ж видишь, он уйти ему очень тяжело. Сейчас мы на них поставим еще. Посмотрим, что будет. И подклад. Стоп. Кто сейчас за это делал? Я. Сейчас я тебе покажу. Сейчас. Нет, иди сюда. Если ты хочешь делать зацеп, он разворачивается и сразу тебя кидает. Это нельзя делать. Ты должен ему показать, как бы через плечо. Вот сюда. Защита знаешь какая от этого? Знаешь какая защита? Ты делай то же самое. Ты поворачивайся. Оп, видишь? Тогда ты можешь ставить ногу и бросок. Раз, два. Если ты отсюда хочешь показать вперед, если нога чуть-чуть впереди стоит, то нужно отсюда вот сюда идти. Отсюда, вот. Видишь, какое движение? Ага. А ты стоишь издалека, цепляешь, он сразу тебя бросит. Миша, ты живой? Да. Не слышу. Да. Еще громче. Да. Молодец. Так, почему он не хочет делать?
Это до сих пор. Это до сих пор. А, пожалуйста, повторяй. Тоже на воде? Ага. Еще там пару и еще человек 6 взрослых уже. Уже нет. Уже они работают. Это. Кто выходит, кто не приходит. Еще есть Игорь. Гладбург уже. Чезар. Все работают. И как бы по шее играть хочется. И в то же время. До конца, вот опять то же самое, руку к себе. Посмотри.
через грудь. Значит, ты должен вот сидеть. Есть отсюда, чтобы вытащить. А как же ты хочешь вот так, посмотри, ноги прямые, на впереди, на этой стоишь. Тебя вообще бросает очень легко, ты понимаешь? Ладно, ты упал, а если ты на тебя упал, ударился, держи. Ты должен, во-первых, походить. Ты должен взять захват, вот стоять, чтобы ты мог тебе сюда бросить. А ты вот так встал, он тебя держит, чтобы ты не упал. А ну, Сунёк, что ты знаешь? А, сейчас ты мне Мишань, иди сюда, что ты там сидишь, сдавайся. А, ты, ну да, подскажи. Эй, Миша! Под дзюдо, у нас же дзюдо. Все, Денис уже умер. Thank you.
Так я уже платил. Платить надо. Платить надо. Мишка, ты где учишься? Еще раз. А, у тебя, да? Ага, это политический. Так, стоп, иди сюда. Записывай. Все, мне, да. Денис, у тебя так не только нога будет болеть. Хорошо, Денис, умница. Ну, ты посмотрел уже, где нужно выключить? Миша, Бога, Мате, уйдите в сторону, пожалуйста. Ага. Ты где ты жрал? Нет. Булочки, да? Должно быть 500, чьи сути, ой. Смотри, уно, дой, три, пас, чищ, шаг, шаг. И все вместе, это чищ, чищ, сутой. Что? Да? Сделал? Нет, в следующий раз, да? Хорошо, все, на сегодня. Опа, раздеваются. О, меня раздевал. Я в шоке. Я меня раздевал. Хорошо, что тебе брюки не раздевал. Это красавец. А ты ему вот так, да. Сюда я его тоже раздевал. Да, конечно, можно. Ты возьми, знаешь как, иди курточку сними, курточку, и зайдешь здесь. Все, а там на сумке, видишь. И можешь как раз еще раздеваться. О, может, сейчас. Ну что, Марк, сколько? Смог 700 сделать? Да. Давай сделаешь 700. Смотри, я тебя прошу. Они сделают 701, 702. А ты сделай здесь. Или да, пару я хочу здесь пресс сделать еще что-то. О, иди сделай. Здесь? Вот там где-то, там. Сделай. И не говори, что ты делал. Они скажут, я 506. Да. Делай, делай. Так, иди сюда, Николай. Я? Да. Макс, иди сюда. Ко мне, ко мне. Руслана? А? Да. Руслана, дай мне рисунок. И можешь идти домой, Руслана. Стоп, вот здесь. Он с телефоном. Не, я поставлю. Иди сюда, Руслана. Сели на колени. Сделала? Да. Считала сколько раз? А ты считать умеешь?
научили. В следующий раз, вот когда будешь делать, нужно будет считать. То есть количество раз. Нет, тогда легче будет меньше давать больше. Хорошо? Ну-ка. Все, вот. Что еще тебе надо делать? Штукалку. А зачем брать? Сколько раз? 701. Еще раз? 701. А ты? 500. 500. Макс, сколько сделал? 703. Идите салаги домой. Стой! Все, дохну, идите. Вот посмотри, Макс, 700 сделал сколько? А ты один. 730. Где меньше сейчас? Садись, где? Садись, садись. Где сейчас? Сейчас. Садись. Ирсан, садись. Значит так, учится он в политехническом. Да, значит, учится нет, учится там, где водки делают. Качественно. И пиво гонят. Технолог. Будет работать инженер-технолог. Это значит производство вот это. Вот. Но с вином не связано. Это фиково для нас, да? Нашу? Нет, нашу не надо. Мы так. Ага. Вот эта работа хорошая, где проверяют. Да, Юрий Федорович? А ты, когда ты же молодой? А ты таксу уже готов, повесись в фейсбуке, скажи, скоро буду работать уже на производстве. Кто-то с тобой работает еще? Да, мама, где как-то. С кем ты из ребят? Да, я из класса. А ну напомни, с кем ты учился, я бы... Денис, вот я, Денис, перейдите, пожалуйста, туда. Из моего класса, да. На подведу, там был только один. Шепелявый. Маленький. Да, были, короче, но они ушли. Сейчас я тебе скажу этот... А вот все, кто не согласен. Девчонки, вы запомнили, когда самый главный праздник у меня? Ждем. Так, но правда нам придется раньше пойти на праздник, да? Вам. Хорошо. Иди нормально, иди, оставь, помоют, иди нормально. То есть, в принципе, сейчас... От чего? Там девочка. А там девочка пошла. Девчонки, там этот, Ро, как мать. Петя. Я забыла ее. Как ее называют? Не Мирабелла, не Родика, как так. Не Ростислава, а что-то вот. Старые советские имена, я помню. Ну, это церковное имя у нее. Миша, Коля, Саша, что? Фуфи. Это у нас, я не знаю, там какой-то, сидели. Все, счастливо, до свидания. А я делаю туфли. А то, что это? Нет, они что-то повторили, вдруг поделили туфли. Тот раз вышел, он сидит, думает, а может я, а может нет. Значит, думаю. Потом кто-то говорит, слушай, кто фут? А я говорит, не знаю. Но я знаю, что после этого уже никто не дерет. Можно покачаться. Будешь качаться? А ты!
Значит, качаться. Берете штангу, приходите сюда и бегаете вместе. Пошли вокруг ковра. Этот, Влад, ты же не вспотел даже. Я? Да. Ну ты хоть полтора броска ему сделал. Вы мертвые не потеете. Есть камера. Представляете, представляете, Влад купил на день рождения своему другу книгу. Андрюха, вот раньше самый, вот для меня был лучший подарок, это книга. Мне мама говорила, сынок, что тебе купить? Я говорю, мама, купи мне какую-нибудь книгу. Она говорит, иди сам, выбери. Я шел в магазин ее, она мне давала деньги, я ее украл, у меня и деньги, и книга. Пошли, пошли, пошли. Коля, тебя обыграли, ты 3701, а 730, мам. Правильно! Умница! Он умный дзюбовик! Хорошо, построились! Мальчики, построились здесь! Сейчас, сейчас. Эй! Даник не нагрузился, да? Кто хочет с Даником еще поговорить? Даника мышца болит. Болит мышца? Вчера перекачался и... Болит мышца? Немного. А, немного. Значит так, пацаны, еще раз, посмотрите, смотрите еще раз свой вес, да, и посмотрите, у кого немножко лишний, делайте так, утром жрите сколько хотите, в обед половину чего-то жрите. И ты семишь? А вечер, да, старайтесь не жрать. То есть за день все это уходит, опять приходит в норму. Ну, тебе все нравится, да? Да, в принципе, интересно. А, нет, пью кофе, да? Знакомый. В обед вообще ничего не будет. Это жизнь, кажется. А вечером холодильник не закрывается. Жена говорила, пью. Саша, надо идти прямо. Большая дружба. Нравится, какое кимоно. Абраги. Кто хочет, может покачаться. Не надо поставить. Качать, надо, да. Да. Только смотрите, что не простые. Да, и ты качаться. Можно треснуть, нельзя. Да. Треснуть? Иди, поспи. Ты мышца накачается, ты трещит просто. Слишком подкачано. Да, открывай дверь, только не полностью. Вот так, все. Все, вешайтесь, пока мы собираемся. Юрий Александрович, ты там посмотришь, да, за ними? Нет. Или не на... А, ты куда-то хотел зайти? Так.